Сейчас на сцену выходит наша Белораша. Приветствуем. Знаете, вам всем нравится наш ведущий КВН Виктор? Да! Нравится, да? Ну так вот, эта песня посвящается ему и его землякам. Мило, мило по всей земле, зима настала. Лежало сало на столе, лежало сало. Лежало. Лежало сало на столе, лежало сало. Причем такой огромный шмат, шо аж свисало. Свисало. Лежало сало на столе, кому мешало? Никому. Вообще я сало не люблю, но тут прижало, да так прижало. Его не резала ножом, а так кусала. И так мне было хорошо, что плохо стало. Стою тихонько и жую кусочек сала. Ходит Вовка и орёт: отдайте сало! Отдайте сало! И стало жалко мне его, и не сдержалась. И сало милое моё ему продала то, что кусала. Витёк и Слава. И вдруг унюхали они, унюхали остатки сала. Но ужас и моих объял, когда свисала. У Вовки прямо на губе кусочек сала, да так свисала. В семье и в школе почему им так сказали, что счастье вовсе не в любви, что счастье в сале. Закончить песню я хочу советом залу. Послушайте внимательно. Аплодисменты не нужны. Несите сало, несите сало. Теперь мы хотим подарить эту банку сала, такую красивую, нашему ведущему. Главному ведущему КВН-а Виктору Стужуку. Подарок! Принимай подарок от нас, пожалуйста. Мы тебя хотим вознаградить вот, от с нашей Новым команды. Годом. Да, с Новым годом, Витёк, это тебе. Здесь подарок. Много сала, хватит на целый месяц. Ребята, погуляем, короче. Ну, белорусы тоже. Витёк, гости пригласи. Обязательно, короче, сальце, короче, картопелька. Ну, понимаете, короче, понимаю. Гуляем.
Гуляй. Спасибо большое. Витя, поделишься славой? Поделиться со всеми. Сейчас мы хотим спеть еще одну песню. Мы хотим ее посвятить, эту песню, всем вам и всем нам. Я хочу, чтобы вы вслушались в эти слова и послушайте, и можете даже вместе с нами петь. Здесь очень классные слова, очень классная песня. За творческие неполадки. И мы хотим еще на наше прощальное сделать немаленький такой подарок. Он для нашей команды очень важный. Мы хотим, чтобы это желание было исполнено. У нас очень сильно желание. Пожалуйста, Виктор, пройди сюда. Попал. Ты не можешь отказать это нам. Мы тебе дарим эту майку. И эта майка для тебя прямо сейчас. Аплодисменты в студию! Фотографию, фотографию. Давайте фотографию, фотографию. Фотограф, фотограф. Пожалуйста. И мы хотим вам сейчас сделать последнее пожелание. И мы хотим с вами попрощаться. На этом наши номера закончены. Давайте все.
До свидания! Новым годом!